Ко Дню Победы мы формируем наш бессмертный полк. Всем, кому дорога память о своем фронтовике, сделайте транспарант с портретом своего солдата. И 9 мая мы ждем вас на построение бессмертного полка. Они должны пройти победным строем. Подробности на сайте мойполк.ру. Гладышев Михаил Порфирьевич призван на фронт из Молотовска 28 апреля 1942 года. Воевал в Заполярье под Сталинградом, где был ранен и контужен. После госпиталя освобождал Югославию. Победу встретил в Вене. В ноябре 1945-го вернулся домой. Умер в 1989 году. 9 мая будет в строю бессмертного полка.